Приветствую вас, дорогие мои друзья, на канале Хитручкин двор, коллеги птицеводы, а также, кого интересует мое подсобное хозяйство, мои курочки. Вот, вы мне звоните, какие породы ты приобретаешь новенькие, рассказывай. Ну, я думаю, отсниму это вам видео и покажу, что приобрела я 2018 год, вторую линию новой породы в моем хозяйстве. Мясного направления, мясо яичного, кури такі, як джерсійський гігант. Вот, получила таку посилочку, упаковано було все отлично. Є відео на ютубі, де я получала від Любані в коробці, термобоксі. Единственное, все-все было хорошо. Вот, и они замотаны так все хорошо в бумагу. Яйца целые, спасибо. Единственное, единственное, я даю надежды хотя бы на оплот. Хотя бы на оплот, чтобы у нас было все отлично, так как мы получали. Их шли до нас, они у нас уже 6 сутки. Так, ну а так... Размотаем. И мы дивимся, что у нас тут все целенькое. Я беру лотки и яйца пересыпаю опилками. Ну и можно вот так. Все яйца целенькие. В количестве 20 штук. Вот последние. Прибіг до мене в гості брат. Лена не може ніяк пасочок наїстися. Сьогодні у нас яке лих число? 17. О, 17. А Пасха була у нас? 8. Всього 8. Знаєш, скільки Лена Пасхи їсть? 10 днів Пасхи їсть? Так. Так. Перепелиные яйца. Да, а ти перепелиные яйца. Так, ну от всі целенькі. Спасибо, Любаня. За цілі яйця, но буду надіятися на оплот. На оплот, так як хочеться таку породу курей завести в себе в хазяйство. І щастя, яйця я буду ложити в лотки. Лоток, звісно, буде не повний, але поставимо такі пінопласти. Поставлю посередині яйця і з іншої сторони, мабуть, теж поставлю пінопласт. Ну, так будемо ложити. Сюда. Все, уже начало? Да, залажу я. Что это за порода, объясни мне. Что за порода? Это у нас порода джерсийский гигант. Будут крупные. Какого цвета она идет? Ну, они идут черные. А возможно, что у них будет и голубый цвет. И будет порцеляновый. Не порцеляновий, а опа, роздавиться. Може бути і навіть такий чорний з білими вкраплями. Да? Не виходить, сюди так. Подвіжи пінопласт. Ні. Зараз, значить, положимо не так, а от так. Да. Оце ці латки, в них є там буквально 1-2 сантиметри різниця. От бачите, поміняла лоток містами, і у нас всі яйчка стали хорошо. А якщо було як прежнє розположення, там нам яйцо, якщо впихнуть, воно при перевороті нажметься і роздавиться. Що ти мене спрашував? Я говорю, 100% це саме, ну, що всі вони родяться, або... Будут еще такие, которые, ну, есть от браковка есть. Ну, это, возможно, они не родятся. Есть процент. Вообще в породе, в каждой породе, в характеристике есть процент вывода. Вот. Ну, с 10 штук какой процент? Вот вывода? Есть 70%, есть породы, которые 100% оплода. 100% оплода – это в пород несушек. Несушки.
Вот есть породы яичного направления, есть мясо яичное, есть мясное направление. Вот если яичное направление, в них 100%, там 99,9%, Вырождаемость. вывода, да. Да, еще был, он дай мне лист пенопласта. А есть породы мясо яичного, у них там от 70% и выше вывод. А есть породы мясного направления, а мясного направления я даже не знаю, ну, может, 60%, там все по характеристике. Наполовину, короче, да? Да, ну, це ще указується, тут даже і транспортировка, дуже довго вони до мене йшли, ці яйця. Так, зараз будемо ламати пінопласти, є в мене такі заготовочки. Зараз будемо ламати пінопласти. Подержати тебе, може, телефон? Ні, ні-ні-ні. Ну, все, дорогі мої друзі, зараз буду залажувати, уплотнять и ложить в инкубатор. Ты не только продаешь, и покупаешь такие яйца дорогие, ну, для вывода. Да. И покупаем. Но именно эта порода с у нас... С новой породой, да? С новой породой. Да. А именно эту породу мы сделали заводчицей по обмену. Она хотела мини-мясных у меня купить. И так мы разговорились по телефону. Да. Ага. И она мает в себе в хозяйстве джерсов. И я ей предложила, давайте мы сделаем обмен. Сделаем обмен. И вам, да, хорошо, Мини, чтобы нам не слать деньги, это, знаешь, вот я, люди вообще-то боятся яйцо вот так делать по обмену. Лично я не боюсь. Ну, понимаешь, дивись, как получается. Я вам, например, вышлю, например, вона первая бы мне выслала, а я ей яйцо не выслала, но на ней яйцо уже получила бы, да? Вот так люди боятся. Я ничего не боялась. Я ее первая отправила в среду, утречком отправила посылку и созвонилась. Я сказала: Люба, я вам уже посылку отправила. Ну, она мне уже, я не знаю, наверное, в конце дня, или как у нее там получилось, она мне отправила уже потом, после меня. Я лично ничего не боюсь. Ну, если даже лохануть меня там, не отправлять. Ты можешь печень вырвать, да? Олег, не говори це, чтобы люди не знали. Потому что вообще тоді Лена и так тут никто не хочет с нею сводиться, потому что скандалистка. А еще если там будет это дело. Ладно. Ну, я ничего не боюсь. Ну, потеряю я 900 гривен, да? Ну, не вышли, выслали я 900 гривен яйцо. Ну, не вышли мне человек, например, инкубационный. Ну, бог с ним. Как говорится. Хай купи. Потерять, чем с дураком найти. Не, ну, хай купи конфеты, та здесь там за ті гроші. Я, ради бога, я зароблю ще більше. Главное, ну, есть на птичьем рынке, вот таким бизнесе, есть, везде. Есть, непорядочные люди, да? Есть, везде, вони есть везде. И в птичьем рынке, и в любом. Де б ты не, щоб ты не покупал, каждый норовится тебе обдурить и на тобі выиграть. Но есть совесть, есть ответственные люди. Есть, если там проблемы с оплодом, если проблемы с транспортировкой. Хотя с транспортировкой есть у меня один человек, и якого я, ой, купила коптилку, а он веде себя не очень корректно. Так, винесу. Сейчас я покажу, что я. Так, ну, вот так. Уложила я с пенопластом и поставила уже пенопласт выше. Вот такой бортик при перевороте. Это низенький у нас. При перевороті, щоб яйцо у мене не викатилось, тому що градус переворота в інкубаторі більший. Ну, скільки більший? Наверное, градусів 45. Так, несу в інкубатор. Заложила вот цей же старий. Сейчас. Звук виключи, потому что люди подумают, так заложила, уже начинают свиринкать. Не, мне знают, мои подписчики знают, что у меня там Кеннер співає. Так, значит, заложила инкубатор. Вот, второй лоток.
Сейчас включим. Вот, и будем включать переворот. И налила я вот сюда воды. А мій брат каже, куди ти воду несеш? Я кажу, інкубатор. А він каже, як там піти? Ну, вилуплються і одразу попити захотять. Да. А що вони будуть піти? А що вони будуть піти? О, ёлки-палки, люди добрі. Ну, так, зараз переворот. О, відключаємо. Переворот, я обожаю, як це воно переворачується. Тільки щоб не викатилось, звісно. Вот так. А водичка ложиться в лоток для того, щоб влажність була. Все, ожидаємо наших курчат. Цыплят. Значит, тут у мене брести і джерси. І от тут наші джерси. Кена підспівує. Все, дружного вивода будемо ожидати. Зараз температуру наберемо. Чайник мішає. Так, провіряємо. Все? Чітко. Чітенько. От наш інкубатор чітенько як працює. Всім пока.